Так, ну ладно. Ну ты чё, водку пьёшь? А, нельзя? Нельзя. Для всего. Это твоя? Да. Так, ну ладно, ещё. Дубль 3. Шестой выпуск Хованины. Опять мы собрались для вас готовить блинчики, блины. Сегодня мы вдвоем, ребят. Сегодня вдвоем будет камера на месте стоять. То есть, или да, я буду там. Сегодня, сегодня снимаем Хованину, потому что наш оператор Серджио устроился на престижную работу. Да, скажем мы не так. Будем говорить, какая. Да, очень престижно. Золото добыть. Он на работе, мы сами себя снимаем. Мы сами себя снимаем. Сами себе поставили. Зато, знаете, матов нет. Заваленные фокусы. Постоянно вот это, медвежья походка, вот эта вот камера. Помнишь? Вот этого не будет. А, ну да. Блины вкусные. С бананом, с яблоком. Уникальный рецепт наш. Добавляем муку. Зашибись. Два яйца. Помыть надо их. Ты оба давно? Одно? Нифига, это мастерски. Давай! Яйца, мука, все мешается. Вода тоже нужна? Добавляй иногда. Блин, двумя руками неудобно. Топули припорошила мукой. Каждый раз, кстати, так. Ты их потом вычищаешь, наверное. Из этих тапок можно уже... А ты вообще, по-моему, не вычищаешь дома ничего, да? Из этих тапок можно уже каравай испечь. Муки полно всегда. Ну давай, да. Я на стройке сейчас работаю. Не обязательно свою тяжелую судьбу вываливать, как бы, давай это. Ну, некоторым будет интересно это послушать. Вот я там замешиваю клей, там, цемент, что там еще надо. Вот сейчас, а дома я обычно замешиваю тесто. Вот, так, технология такая же, то есть вода, мука. Еще все? Готово. Что делать-то? Да. Может окунуть его? Ого! Женя! Ну эти технологии. Ого! Вот так на. Не, ну надо как бы не на весу. Так, добавляем теплой воды. Да она не теплая. Ну более. Блинчики, я чувствую, да я запах теста. Да. Так, подливаем маслица, буквально капелюшку. Ты уверен? Да, 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 чуть-чуть. Женя, знаешь, что будем сейчас делать? Хочешь узнать? Будем сейчас крошить мелко-мелко яблоки. Снимем кожу. И бананы. Мелко-мелко вдоль. И все это добавляем в тесто. Чью кожу будем снимать? Мельче, мельче, мельче. Мы обрезали шкурки. Да кому это интересно? Добавляем. Ну, ты, конечно, можешь съесть все. Не все. Бананчики. Ты туда, ты что? В том-то и дело. Ребят, он хочет бананы прям... Даже он удивился. Это значит, для вас будет нечто. Опа. Можете, я говорю, если вы не хотите, чтобы куски плавали по вашей полости рта, можете банан там... добавляем? Уже добавлено. Да это отдай собаке. Яблочки. Можете, конечно, их мелко-мелко нарезать и потом миксером. Но я хочу, чтобы кусочки в блинах были. Все, мешаем это. Не боимся. Да, рецепт удивительный, как и все тут. Представляете, это тесто, а там внутри банан с яблоком.
Во как пошло. Да-да-да, я говорю фрукты. Причем я ему объяснял, что мы добавляем фрукты прямо туда. Чем? Жека. О, не надо так много, сосуды забьются, мне что, потом в 32 уже лечь? Так. Погоди, давай сейчас, давай батл устроим, кого вкуснее блина. Какая разница, тут уже мне ничего. О! Ты готов? Да готов. У кого вкуснее блин будет, да? Давай. Да победа моя. Да моя. Я выше, сильнее, быстрее, поэтому все. Заливаем. А он еще... Да, можно и так. Ууу, чуть масло мне в рот не залило. Да. Останови вот этих. Вот тут. Солить, да? Кстати, детство. Бутер. Вы бы знали, сколько я вырезаю вот этого вот. А вот это мы добавим. А еще и сахар, да, не забываем. Добавляем. Это соль! Добавляем чуть-чуть соли. Нафига! Добавляем сахар той же ложкой. Блин, я потом... Так. Сделал два оборота, видал? О! Опа! И какой вот-вот-вот, смотрите, видите, да, какой блин? Не знаю. Мне, по-моему, брови обожгло. Главное, удается. Конечно, сухой, хрустящий, блин. Все шикарно. Хочет сделать сковородку идеально гладкой. Поможет ли тебе это, а? Две ложки. О-о-о, три ложки — это ошибка, ну все. Это все, это толстый блин. Но это поражение. Сейчас посмотрим, что будет. Во-первых, нельзя снимать вот. Можно. Я сейчас гляну. Без дублей, одним дублем. Одним дублем. Да-да-да, не будем тебе помогать. Конечно, не надо. Я сейчас погляжу. Следующий кадр. Что ты открыл? Приветствуйте? Да, там уже 37,2. Скоро засунет туда твоего хомяка. Ну, блин, не только хомяк. Но. Ну чё, но? Но. Вы поглядите, да я лучше... Вот мне нравится такое вот? Но. Ну чё, ну давай, ну попробуй, чё, покажи ты мне. А потом такие... Нифига себе, да, ну нафиг. Это я люблю вот так вот, да. Показывать, да. Доказывать людям, давай докажи, он уже все. Людям доказывать, да. Ё-моё. Короче, пойдет. Ну что, мы сегодня сделаем блин, я с этой стороны теперь, давай я буду. Там я был как дьявол, мешал тебе, сейчас буду как ангел с этой стороны. Как ангел? Да. Женечка, давай, две ложки. Все идет по плану. Дыры в блинах так и должны быть. Залатываем, как дорожники у нас, залатывают яму. Ну все, идеальный блин. Так. Ну вера в тебя есть у меня. Ну конечно, потому что ты видел, что я исполняю. Ну смотрите. Ну. Все, раскатали туда-сюда, да? И. Ладно, иди. Ну. Ну, хоть поймал. Все, осталось сделать несколько блинчиков, все, садимся. Стол накрыт уже, я вижу мед, шоколад, бочонки с вареньем. Малина отдельно рассыпана. Жимолость катится с той комнаты. С чем мы будем блины есть, скажи? С начинкой. А начинка у нас какая? Опять спиртовая? Какое? С яблоками. А лица-то нам прибавилось? Ну, потому что мы в Сочи слетали. Вот это, я думаю, будет хуже, чем тот. А я ни глотка не выпил.
Покупать литр за 60 рублей. На телефон дай бутылку. Класс, давай дальше. Следующий. Поправь его лопаткой. Ой, ну... Вот это мы наготовили, а? Да тут блинов 5. Но мы уже, если честно, уже съели по одному. Допустим, ты для себя блины начал делать, да? Сделал маленько. Гости заходят, приходят, текучка какая-то уходит. Ты подливаешь молочко, воду, яйцо, мука. Я уже чувствую, что уже что-то, ну, столько людей проходит сквозь эту квартиру. И я чувствую, что мне надо, вот, меня скоро закроют, потому что, ну, мне чувствую, нужно ИП. Блинчики уже ждут, а шоколад все не топится. Как будто сказку... Не торопится! Как будто сказку начал. Вот не знаю, мне надо у тебя получиться. Вот он так вот пробует все. На вкус тончайший. Все. А сейчас на бананчик лег шоколад. Воздуш. Ой. Просто я себя сравниваю. Я такой увидел. Я не ценю вот эти вот моменты какие-то там. Напихать жуткую, что я сыты. А надо 6 выпусков, это самое вкусное блюдо. Это самое вкусное. Яблочки. В тесте. Такие печеные яблочки. Вот пока блин жарится, яблочки подпекаются. Банан с шоколадом, все это. Заткнулся от тебя. Ну блюдо удалось, блины пахнут. Шоколад течет. Блины пахнут, шоколад воняет. Я не могу, у меня вот тут действительно ком сейчас из шоколада. Я просто... Вот это, наверное, счастье. Вот это... Вот это вот оно и есть. Почему я должен наслаждаться с вами, я не знаю. И с тобой, Тим. Хотите такое счастье, готовьте. Надо не так уже говорить. Как хотите он? Такое счастье? Заказывайте. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 3. Давай откроем потом действительно, да? Угу. Как начнем людей угощать. Ну все, отключаем. Да. Пока будет у вас такое счастье в доме, в желудке, везде. Вот так. А еле встал после такого блюда.